3 минуты 5 секунд, столько потребовалось для продажи всей партии стиральных и сушильных машин Xiaomi. Компания Xiaomi любит не только анонсировать новые продукты, но и рассказывать о том, с каким энтузиазмом их встречают поклонники продукции и новые пользователи Xiaomi. Так, например, в конце декабря Xiaomi представила стиральную и сушильную машину в лице Mijia Smart Washing Machine, которая оценена в $364, однако первые покупатели получили возможность приобрести ее за $291. Первая партия поступила в продажу только вчера, вся партия была распродана за 3 минуты 5 секунд, о чем сообщили в пресс-службе Xiaomi. Следующая партия поступит в продажу 18 января. Напомним, данная машина рассчитана на стирку 10 кг белья и на сушку 6 кг. Максимальная скорость отжима составляет 1400 оборотов в минуту. Есть поддержка управления и контроля за процессом через соответствующее мобильное приложение Mijia App.